7 таможенников, ехавших на работу, попали в аварию. ДТП произошло на трассе Камрад-Джурджулешт. Четверо из них были доставлены в больницу с различными травмами. Одной сотруднице потребовалась срочная операция. В машину врезалось другое авто, выехавшее на встречную полосу. Оба водителя прошли тест на содержание алкоголя в крови. Оба были трезвыми. Врачи вмешались и уже сделали операцию. Ситуация достаточно серьезная. Мы остаемся на связи. Надеемся, что ситуация нормализуется. И она очнется, поскольку она в коме. Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.